Всем привет! Это видеораспаковка. Мне по почте прислали с тем, что неизвестно, работает или нет. Так что буду снимать это на видео, чтобы не было претензий ко мне. Коробка полностью запечатана. Полностью все как на почте. Все ничего не оторвано, не разорвано. Я еще ничего не вскрывал. Значит, здесь мы должны иметь старую древнюю процессорную магнитолу Panasonic 7303W. Что же, давайте. Будем резать где-нибудь. Где не жалко. Не знаю, человек сказал, что проверить негде. Ну, ладно. Если что, сказал, все типа можно назад вернуть. Посмотрим, чтобы не так, как с DVC-шкой. Все у нас работало, все у нас работало. Благо там Bluetooth и все фишки. R981BT. Флагман 17-го года. Только что там диск не работал. Но сказали, у них все работает. А у меня почему-то не работал дисковод. Так, ладно. Вроде нормально, по-моему. О, пакет. В пакете еще. И все перемотано. Ух ты, блин, правда сокровище какое-то мне отправили. Тяжеленькая, старая. Добрая магнитолка. Так. С какой стороны резать-то? Чтобы не порезать провода. Так, это вот здесь. Так, рамочка немножко не целая, но главное, что она есть, хотя бы. Но очень-очень пыльная, все очень. Так, и при том, что... А, рамочка-то поломалась у нас. Здесь. Почта. Приклеим, наверное. Не знаю. Так, AUX-шнурок в комплекте, который RCA-шный. RCA-AUX. Да еще такой... Емкий. Хама. Германия. Ничего себе! Сказал я себе. Ну, тут легенда. Хотя, конечно, это не пионер коррозия, но все равно красиво. Клавиши вроде и не стерты-то сильно. О, очень приятно. Не то, что современные свистоперделки. Моторизированная передняя панель должна быть. Съемная и так далее и тому подобное. Сзади мы имеем... Так, фишка есть. Дальше у нас RCA. Значит, у нас все подписано. Это, я понимаю, это сабвуфер. Это AUX. Здесь rear, это tail и фронт. Ну, все отлично. Вот здесь у нас, наверное, проц. Блин, вот это радиатор, я понимаю. Не то, что на современных свистоперделках. А, блин. Ну, она пыльная, конечно. Полный пиздец у него. Надо что-то поставить ее. Так. Так. Чистить.
чистить, еще раз чистить. Кстати, мне уже отправлена такая же, но 7301N. Там передняя лицевая панель более такая премиум, можно сказать. Оп. Панель отскакивает. Ладно, не будем. Так, ну что, нам надо подать питание. Вот у нас плюсы-минусы, замок зажигания. Сразу просто проверю на работоспособность. На звук я, думаю, уже не на камеру. Переделанные мои компьютерные блоки питания специально под эту тему. Под усилитель, под магнитолу, как бы такое Car House Audio. Пока не сезон такой дома, чтобы что-то поиграло. Так. Красный, красный, где прекрасный. Так, черный. Блин, плохо, что все оголенные. Нужно, наверное, зачищать чуть больше. Достаточно. Оба. Мы видим эту красоту? Наверное, из-за солнца не очень видно, но я вижу. Там картиночки всякие и тому подобное. Вот. Короче, как им пользоваться, я абсолютно еще не знаю. Но я думаю, мне такие аппараты сейчас олдовые понравятся. После современных Kenwood. Ну, Kenwood по звуку был хороший. И Kenwood, GVC-шка, там, пиончики, что у меня только не было. А вот это олдскульные, олдовые японские агрегаты 2005-2006-2007 годов. Вот что сейчас ценить нужно. Потому что их скоро не станет. Короче, я так понимаю, это тема. Hands-free, поддержка, да, кстати, Bluetooth я уже заказал на нее, это будет обычный китайский, которому надо только плюс-минус, и RCA там, где AUX, туда вставляется, и все. Также универсальный пульт, возможно, закажу, недорого. И вот, которая еще ко мне едет, одна магнитола, вот, все, в принципе, то же самое, но 7301N. Как его, короче, крутилка громкости, там более такая, как будто бы из алюминия сделана. Вид больше такой интересный. А что нам? Демонстрация. Так, ну, немножко болтается, конечно, клавиша. Увы, столько годиков. Может, нам так и должно. Вот что мы сейчас проверим. Что-то она сразу должно быть вроде три положения. Попробуем диск. Диск, вот диск. Конечно же, я куда-то дел. Оп, с ума заехал. Он даже играть стал, но мы этого сейчас не услышим. Ну, давайте следующее включение уже буду подсоединять по колонкам и даже, возможно, через усилитель к сабвуферу. Ну, подключили мы две колонки, получается, на фронт, сабвуфер через усилитель, AUX. Кстати, наклоны полностью у панели работают, просто я не знаю, как это делается, надо было подержать клавишу каждый раз. Теперь мы просто... Ставим диск, проверим дисковод. Да.
Разница в звуке такая... А, потому что у меня... AUX я через компьютер подключил, то есть от компьютера и ВКонтакте песню, из-за этого там настолько тише. А звук с этой магнитолы почему-то, я сразу уже удивлен, что он настолько громче, чем от любой другой. Чем даже GVC-шка 981, которая типа флагман, там 6-канальный процессор. Какой здесь процессор, я не знаю, но это, конечно, просто интересно. Так, ладно. Главное, чтобы меня не забанили. Хотя, кому интересно. Жмем, держим. Отпускаем. Титул 1. Наклонилась немножко. Дальше держим, отпускаем. Это уже второй. Отпускаем. Третий наклон. Ну-ка. А, ну, дальше он, типа, забери диск. Так, а что мы нажмем на кнопку? Конечно, лишний раз баловаться вот с этим не стоит, я так понимаю, потому что шлейф. Да, это все ремонтируется, но паять такое я точно уже не захочу. Так, ладно, нет, переключим опять предыдущие треки. Сейчас попробуем хотя бы хоть что-нибудь. Так. Как назад поставить панель и каждый раз лучше придерживать ее. Титул off. Все, отлично. Так, SQ. Sound quality. Это у нас эквалайзер. О, вот, уже интересно. Звук, конечно, будет такой немножко писклявый у меня здесь, потому что у меня есть разные динамики, держи. Оп, вокал. Джаз, он джаз хорошо слышит. Так, угу. Мне бы до сабвуфера добраться как-нибудь. Ну, команд, applicable. Короче, я не знаю. Ну, ты как, что настраивать-то? Бас. И вообще, честно, я не знаю, есть ли в этой магнитоле срезы. Срезы, спады, каким порядком он режет вообще. Лево, право. Да, все правильно, это работает. Дальше. Front, rear, level, subwoofer. О. Плюс 6, минус сколько там? Минус бесконечность. 6, и хлоп сразу вообще вырубает его. Поставим плюс 6, дальше пройдемся. Да, режет. Вот, и low-pass фильтр, значит, и high-pass фильтр здесь есть, да. Короче, разберемся в этом старичке. Но он мне уже нравится. Главное его почистить от этой вековой пыли. Но он очень пыльный. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Цените старые олдовые олдскульные аппараты. Короче, вот когда у меня все. Громко делать нельзя, уходит защиту, блок питания не вытягивает эту систему, ТТФ, усилок. Единственный косяк нашел по этой магнитоле, что иногда может как бы пропадает дисплей и сразу потом возвращается. То есть это, ну, наверное, что-то со шлейфом. Ну, когда трогаешь, ничего, все нормально. Короче, такой, ну, все же, все равно. Ну, вот теперь точно пока.